Ну и вот такие вот хвойные деревья здесь. Это не елка, скорее всего, лиственница. Вот такое хвойное дерево еще рядом стоит. И наверху пальма. Вот так вот. Много красивых деревьев, конечно. Вот эти пальмы все, они пострадали зимой во время морозов. Они высокие пальмы, листочки у них померзли. Но сейчас вот выросли новые листья у них. В парке цветет катальпа. Вот она. Посмотрите, как она дружно цветет. Здесь очень много цветов разных, разных, разных. Вот они разные, эти цветочки. Их очень много. Такие огромные букеты, как свечи действительно стоят. Вот такая красота. И тихо-тихо переходим и видим здесь красоту еще одну. Это магнолия. Вот она, красавица. Бутон и вот такой вот цветок. И там еще вдали цветок есть. Очень много магнолий здесь, очень много. Вот он, парк. И вот бутончик. Очень красивый тоже. Очень много разных цветущих кустарников. Посмотрите, как красиво они оформлены. Вот один и вот второй. Вот эти кустарники. Посмотрим, какие у них цветочки. Смотрите, как ромашки. Ну, прелесть. Вот такая вот чудесная. Вот какие цветочки, смотрите. Как его еще вот так вот снять, его нужно вам показать. Как вам показать его поближе? Вот так. Запах есть, конечно, от этих всех цветов. Вот такие они здесь красивые. Вот они. И рядом красавица магнолия. Вот она. Совсем внизу. Я уже не говорю про те цветы, которые цветут вверху. А вот здесь она вот так вот благоухает. Вот она, такая красота. Это магнолия. Цветет она быстро, а цветает тоже быстро. Поэтому нужно запечатлеть ее красоту. Вот еще цветочек. Приятного всем просмотра. Подписывайтесь на канал.